Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим о самом ожидаемом нововведении в обновлении 9.1, а именно полеты. Полеты ждут многие игроки, и будем честны, эти полеты вводятся очень рано. Если рассмотреть прошлые дополнения, то они вводились спустя где-то год, а тут еще даже года не прошло, и полеты уже вводятся в Shadowlands. Ну, это с одной стороны круто, с другой стороны не очень. Не будем об этом. Сегодня просто-напросто поговорим о том, как получить эти полеты. Да, на текущий момент уже вышла статейка на официальном сайте Blizzard, и можно с ней ознакомиться, но некоторые люди, прочитав ее, просто не поймут, подумают, откуда взялись уровни известности, или вообще, что такое уровни известности, потому что не играли в Shadowlands. Но давайте сейчас все разберем и рассмотрим. Когда мы прокачиваемся до 60 уровня, мы выбираем свой ковенант и просто-напросто прокачиваем в нем уровень известности с помощью квестиков, с помощью прохождения эпохальных подземелий, но имеется некоторый кап, то есть выше определенного левела мы просто-напросто прыгнуть не можем. Например, если рассмотреть текущее обновление 9.0.5, то максимальный 40-й и выше 40-го вы никак не прыгнете, ну потому что просто-напросто нового контента еще нет. А если рассмотреть обновление 9.1, то в 9.1 будет максимум 80-й уровень известности, и он будет качаться по 3 в неделю. Собственно, что нам нужно будет делать? Нам нужно будет выполнять еженедельные задания, компанию Ковенанта, и таким образом мы будем прокачивать известность. На 44-м уровне, на второй неделе обновления 9.1, мы откроем новую компанию. Это новая цепочка квестов, которая расскажет нам еще подробно о Ковенанте, о том, что происходит в мире Shadowlands. Компания Винтиров «Последняя печать». В тот момент, когда мы выполняем эту компанию, мы открываем себе полеты. Ну а на 45-м уровне нам еще даже транспорт дадут ковенантовский. Красивый, кстати. У каждого он свой, само собой. Но самая главная суть заключается в том, что на 44-м уровне мы получаем возможность летать. Это классно, это круто, это замечательно, само собой. Сегодня 6 июня, и даты выхода обновления 9.1 еще нет. Еще просто-напросто неизвестно, когда оно выйдет. Скорее всего, это будет июль, ну а какое число конкретно, вопрос хороший. Мне не хотелось бы, чтобы это случилось во время моего отъезда. Но, как говорится, кого волнует чужое горе. Так что, как-то так. Что нам нужно сделать до обновления 9.1? Нам нужно прокачать известность до максимального уровня, чтобы уже в новом контенте не заниматься старым контентом. Ну и нужно также пройти абсолютно всю нашу ковенантовскую кампанию. То есть в тот момент, когда мы открываем вкладку задания, у нас имеется кампания нашего ковенанта, Ири, Некролордов, Винтиров и Ночного Народца. Вот, и она должна быть выполнена на максимум. Занимайтесь этим, если вдруг еще не сделали. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!